Є система онлайн-платежів, є канали передачі інформації, а є ще й сам споживач, який повинен теж розуміти, що відбувається, і що треба робити правильно і неправильно для того, щоб уникнути якихось ризиків. На самом деле, кажется, что Украина развивается совершенно нестандартным способом. И вот есть статистика Национального банка, вот свежая, за первый квартал этого года. Вот за первый квартал было сделано 24 миллиона транзакций с помощью карточек оплаты сделано. А Портмонеком вклад в украинский оборот совершило вот 9 миллионов транзакций. Это потому, что еще буквально 2-3 года наша доля была 2 или 3%. То есть 9% платежными карточками, сделанных клиентов в Украине, были сделаны в интернете. То есть на фоне того, что доля интернетчиков в стране, ну, кто как умеет, так и считает, там 10-12 миллионов, да видите, как бы больше половины людей все-таки в интернете оплачивают своими картами, и невзирая на все риски и сложности, которые при этом существуют. Главным способом, который люди оплачивают какие-то свои счета или покупки, являются карточки Visa MasterCard, потому что они в основном имитированы в виде таких зарплатных проектов. Видите, львиную долю принадлежит компании Visa и чуть меньше Мастеркарду и Цирусу. Невзирая на это, как бы основа всей безопасности любого клиента является, первое, это легально сертифицированное ПО. Почему? Потому что, ну, наверное, дешевле, да, купить ноутбук у соседа, который как-то смонтирует самостоятельно какие-то там детали. И, в принципе, да, наверное, будет дешевле. Но почему-то все-таки большинство населения говорит, я лучше куплю где-то в магазине легальный, собранный поставщиком сертифицированный. При том, что как бы, если вдруг он поломается, то я еще гарантированно его и как бы починю. В отношении браузера, это тот инструмент, когда собственно, человек ходит в интернете, вот мы рекомендуем 8 Explorer. Почему? Потому что даже посмотреть статистику, шрифтом я не угадал, что-то мелко выглядит. И доля 8 появившегося вот резко возросла даже по сравнению с прошлым годом. И распределение по версиям браузера Explorer точно так же. Я расскажу о том, какие угрозы стоят перед нашими пользователями, нашими постоянными клиентами и перед всеми, кто совершает регулярно, нерегулярно, но все-таки платит через интернет. Первая угроза, с которой сталкиваются пользователи, это онлайн-фишинг. В чем он заключается? Фишинг пошел от английского слова фишинг, рыбалка, заключается в том, чтобы выудить у пользователя каким-то образом его конфиденциальные данные, включая платежные карты, либо пароль, логин к вашему интернет-банкингу и так далее. В чем он заключается? Допустим, есть интернет-страница, которую вы все хорошо знаете, это интернет-страница, допустим, банка или вот нашего сайта Portmoney.com. Думаю, много кто посещал наш сайт, но вот если вы обратите внимание, он называется mob-buy.com. Не так давно мы обнаружили этот сайт, был создан неким хакером, скопирован полностью с нашего сайта дизайн, только переименовали, добавили в список, вот справа внизу, если видите, купить электронный ваучер, есть пункт выбрать оператора, добавили туда русских операторов. Или вот еще тоже пример, Chase банк американский, такую рассылку получали его клиенты. Здесь, конечно, плохо видно, но вот вверху в адресной строке, если не ошибаюсь, там доменное имя заканчивается на ТК, а перед ТК еще три какие-то непонятные буквы. То есть понятно, что адрес поделали какой-то похожий на Chase банк, купили какое-то доменное имя третьего уровня, на что, в принципе, не все пользователи обращают внимание. К тому же форма ввода не содержит вверху HTTP просто, а не HTTPS, то есть не SSL, не безопасное соединение, на что тоже практически никто не обращает внимания. И таким образом выманили здесь форма ввода и адреса, и карточки, здесь полные данные, с которыми далее клиент мог оплатить все, что угодно, верифицировав себя, подтвердив как держателя. Пример такой. Например, есть в банке сотрудники, которые имеют доступ к информации о картодержателях, в некой степени, то есть они не знают всей информации, но, например, телефоны и имена им доступны. Проработал полгода такой нехороший сотрудник и ушел вместе с этой базой, продал ее в интернете каким-то мошенникам, и они начинают обзвон этой базы. То есть вам, допустим, совершают звоночек и говорят, добрый день, там, Василий Петрович, мы из банка там такого-то, вы у нас вот клиент, карточка и так далее. Ходят вам доверие и просят вас назвать какие-то данные, подтвердить, что вы действительно клиент. Вы достаете карту и называете эти данные злоумышленнику, не подозревая, что это все-таки жулики. Следующая угроза – незнание правил безопасности пользования картой.
Как правило, у нас, особенно сейчас, популярные зарплатные проекты, допустим, большое предприятие, ввели карточки, бухгалтерии все получили карточки, никто не знает, как не, что можно, знают, что пин-код нельзя говорить, и все, то есть все остальное как бы можно. Ну, мало кто, скажем так, знает из рядовых пользователей, что вот данных, которые находятся на лицевой и на обратной стороне карты, достаточно для того, чтобы совершить платеж в интернете. Поэтому они спокойно передают карточку где-нибудь на посттерминале для оплаты в магазине, в супермаркете и так далее, не подозревая о том, что они могут стать жертвами мошенничества. Например, вот так выглядит обычный посттерминал. Вот его обычное месторасположение в супермаркете. Если видите, он находится за стойкой. Например, есть такие примеры, когда за стойкой, вот там, где находится посттерминал, достаточно войти в сговор с кассиршей, установив туда маленькую камеру высокого разрешения. Кассирша берет у вас карточку, смотрит на нее так, смотрит на нее с другой стороны, потом проводит. Пока она смотрит так и смотрит так, камера просто фотографирует ее обе части. Следующим пунктом – вредоносное программное обеспечение. Думаю, кейлогеры – это очень старый вид, скажем так, вирусов, которые записывают все, что вы вводите с клавиатуры. Если раньше использовали там для того, чтобы узнать логин, пароль к вашему имейлу, там, какому-то FTP-серверу, там, ну, мало ли, какому-то паролю, то сейчас они, в принципе, все настраиваются на то, чтобы дождаться, пока вы введете номер карты или, ну, по определенным словам, ждут ввода. У нас была волна, когда под логинами пользователей заходили посторонние люди, что мы отсекали в дальнейшем по IP-адресу. То есть, например, если человек сюда заходил с Украины, тут начинаются какие-то прокси-серверы, там, входы, то есть действительно что-то опасное. Мы отсекали, потом сделали... проинформировали наших клиентов, вот там они все обновили свои программные продукты, скажем так, стали защищенными. То есть очень важно обновляться вовремя и следить за обновлениями антивирусного. И последний, самый, ну, такой важный, скажем так, момент – социальная инженерия. Люди у нас все знают, что такое развод, все знают, что там верить нельзя, но тем не менее все равно доверяют, например, на сайтах работе. Предлагалось, что вот… есть такая-то заработок, ну, я думаю, заработок в сети, спам или где-то в интернете все видели. Он, как правило, бывает безвредный, когда, допустим, вам нужно отправить там смс или еще чего-то, ну, то есть минимум там потеряете 5-10 гривен, там максимум до 50. А бывает довольно-таки опасный, когда вас разводят, говорят, что вот вы уже там почти все заработали, вам просто нужно оставить там данные карточки, вот сейчас на эту карточку вам перешлю. То есть вы вводите номер карты, срок действия, CV2-код с надеждой, что вам упадет какой-то бонус там и так далее. И просто, по сути дела, ничего не получаете, а только проблемы в дальнейшем с какими-то подозрительными действиями с вашей карты. Что такое Internet Explorer 8? Это наш браузер, який ми розробляємо згідно наших стратегічних підходів, згідно нашої, добре вам вже, я сподіваюся, відомої методології, яку ми називаємо Secure Development Lifecycle. Це є методологія безпечної розробки програмного забезпечення, котра дозволяє досягнути значно вищих рівень захищеності, надійності, забезпечення приватності, відповідності кращим бізнес-практикам і відповідати тому, що відбувається в реальному світі. Безпека є вбудована в наші продукти, а не прикручена збоку. Тому що про безпеку ми думаємо на всіх етапах при розробці будь-якого продукту, від планування до проєктування, до розробки, до тестування, до випуску продукту, до його підтримки на всіх етапах. Статистику, яку щойно згадувала Ярина, статистику, яку надає нам відома тестова лабораторія NSS, NSS Labs, що вони аналізують? В даному випадку вони, як бачите, доволі регулярно, щоквартально, аналізують кількість пропущених атак з використанням соціальної інженерії. Як бачите, Internet Explorer є найкращим продуктом в даному відношенні, тому що він блокує шкідливі програми, так званий malware, шкідливі програми, які використовують підходи соціальної інженерії. Ми бачимо, що Internet Explorer успішно блокує більше 80% всіх атак. Проблема безпечності платежів в інтернеті растет каждым днем. Я являюсь непосредственно сам активным пользователем использования платежей. То есть я сам делаю платежи в интернете. И я не буду скрывать, я был жертвой когда-то давно проблемы, связанные с безопасностью в интернете. То есть я сам попадал на фишинги, на сайты фишинга. Благо того, что у меня есть как бы IT-образование и понимание, я их могу еще там отличить и заподозрить. Да? Большинство людей сегодня этого не могут. Очень часто у меня тоже лично возникает задача, когда мне нужно
осуществить определенную транзакцию на публичном компьютере. Соответственно, для меня как бы Internet Explorer, я даже устанавливаю Internet Explorer на такие публичные машины, на которых иногда нет Internet Explorer или стоит шестерка. Я устанавливаю Internet Explorer 8, включаю in private browsing и как бы осуществляю свои действия на публичных машинах. То есть вот тут моя рекомендація. Багато чого цікавого можна дізнатися. Дуже дякую всім за інтерес до теми. Ми дуже раді, що вас багато прийшло, незважаючи на погоду.